Цена налог в Атырау останется стабильной до мая. Так заявили в управлении предпринимательства. В прошлом году аграрии собрали более 15 тысяч тонн лука, а ежегодная потребность в нем составляет 8-9 тысяч тонн. Поэтому излишки фермеры продали в страны Балтии и Польшу. Теперь, согласно постановлению правительства, лук будут реализовывать только на внутреннем рынке. Также в области создан стабилизационный фонд на условиях договора между аграриями и местной властью. Сейчас на складах СПК хранится почти 1500 тонн лука. На основании указанного договора до мая текущего года лук будет предлагаться жителям города в достаточном количестве и в доступных торговых местах. В рамках вышеуказанной схемы цена за 1 килограмм лука составит 130 тенге.